Всем привет! Сегодня поговорю о такой полезной вещи на рыбалке со спиннингом, как оценили блюсин. То есть не раз бывало, что зацеплялась блесна, в основном за сети, вот, и приходилось оставлять дорогую блесну или воблер в сети. Но вот, как бы потеряв несколько блесен, я решил вот такой самодельный отцеп сделать. Сейчас с вами поделюсь. В принципе, тут все просто. Нужен карабинчик помощнее. Вот. Ну, взял старый крючок побольше, тоже помощнее, там со старых блесен, с колечком. И бечевку. Ну, веревку там попрочнее, метров там 3 или 5, там, в зависимости от глубин, какие у вас на водоеме. Ну и то есть беру бечевку, карабин, вот этот крючок, тройник с колечком. Ну вот, для начала продеваю веревку в кольцо от тройника. Так вот, продел. Далее беру карабин. Это просто. Карабин беру. И привязываю его. Ну там каким узлом уже там можно выбрать. Можно просто навязать. Таким образом несколько узлов. Ничего страшного, не развяжется. То есть вот. Такая конструкция получается. То есть как он работает. Вы зацепились, у вас резко уходит вниз, там где зацеп. Берете просто карабин, на леску надеваете. Карабин желательно, да, потяжелее, чтобы был, чтобы он ушел на дно. Можно дополнительно еще там какой-нибудь груз повесить. Там уже на ваше усмотрение. То есть сюда можно еще грузик подвесить. Будет уже намного получше. Ну вот главный крючок, чтобы сети вот всякую такую или коряги мог зацепить. Удерживал помощнее крючок. На леску одевается. И опускается в воду, и там уже постепенно подергивая, вы освободите свою блесну или воблер. Практически все зацепы удавалось мне освободить блесну, свой воблер. Ну, это подходит, если вы, конечно, на лодке. На лодке можно поплыть к этому месту непосредственно сверху. Ну, а на реках с берега уже там посложнее. То есть нужно обязательно условие, чтобы быть над тем местом, где произошел зацеп. Ну вот, в итоге такая вот конструкция получается. На рыбалке она очень выручает. То есть я беру его, просто всегда с собой складываю. И вот в такой вот пакетичек, чтобы он не цеплял там ничего, поплотнее пленка, с собой все время вожу. То есть так он более компактный уже. Пакетики все не мешаются, другие снасти не цепляют. Вот. Ну, на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, если нравится видео. Всем пока, до новых встреч.